День защиты детей отмечается в первый день лета, и это не случайно. Ребята просто обожают это удивительное и благодатное время года. Ярко светит и греет солнце, можно вдоволь гулять, бегать и прыгать целый день. Задача взрослых – создать комфортные условия для веселого, а главное – безопасного пребывания детей во дворе. На улице горячего поселка Удельное состоялось открытие детской площадки для малышей. Качели, горка, мягкое покрытие. На небольшом пространстве предусмотрели все необходимое. Площадка такая под деревьями, немножко в тенечке, а то вон там вот очень жарко бывает, такую летнюю жару, зной, поэтому очень здорово, очень красиво. Деткам очень нравится. Тем более она рассчитана для малышей, как раз да. Как у вас. А у вас один ребенок? Один, да, вот, Ариша. Сегодня замечательный праздник. Что бы хотели пожелать всем деткам, ну и в том числе своей Арише? Самое главное всем деткам быть здоровыми, а все остальное обязательно у всех получится. Очень приятное пространство, такое небольшое, уютное, с маленькими нюансами. Например, белка, думаю, будет пользоваться популярностью. Очень приятно, что здесь тема русских сказок, вот, которые сейчас очень потеряны среди наших детей. Будем с удовольствием сюда приходить. Площадка очень нравится, красивая, хорошая. И спасибо большое, что сделали нам такую. У вас один малыш маленький? Один. Что бы хотели пожелать своим деткам? Сегодня ведь праздник. Самое главное – здоровье, чтобы никто не болел. Хорошего детства, беззаботного, веселого. Нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым проводится большая работа по замене площадок, по строительству новых площадок. И вот была такая просьба от жителей микрорайона, в городском поселении Удельное, в муниципальном казенном учреждении Удельное. Нам не хватает площадки для детей 6-8 лет или от 0 до 8 лет. И такое поручение Андрей Юрьевич дал, мы его исполнили. Я уверен, что эта площадка будет теперь для ребят очень востребована. И те, кто постарше будут заниматься, всем спасибо. С праздником, с днем защиты кого? Детей, вас, ребята. Екатерина Фролова, Андрей Пластунов, Игорь Чернышов, Раменское телевидение.